В эфире «Утро Карачаево-Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро и начинаем новый день июля с погоды. В Карачаево-Черкесии ночью местами кратковременный дождь и гроза, днем преимущественно без осадков, ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 12-17, в горах до плюс 10, а днем 24-29 градусов тепла и местами до плюс 22. В Черкесске ночью кратковременный дождь и гроза, днем без существенных осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 15-17, а днем 26-28 градусов тепла. Что посеешь, то и пожнешь. В Черкесске на базе Коворги-центра прошла встреча участников проекта Республиканского министерства молодежи «Акселератор молодежных проектов». Сейчас в активной фазе идет микрогрантовый конкурс «Росмолодежи», в котором и будут представлены все социально ориентированные задумки участников проекта. Ахмат Халкечев расскажет подробнее. Главная идея площадки состоит в том, чтобы молодые люди поняли суть проектного менеджмента и научились правильно формулировать идеи. Свои важные мысли заместителю председателя правительства Карачаево-Черкесии Дмитрию Бугаеву и депутату городской думы республиканской столицы Султану Узденову представили 13 участников акселератора. В этом году мы ожидаем, что общий грантовый фонд, значит, поддержки социально значимых инициатив молодежи Карачаево-Черкесии, также некоммерческих организаций, образовательных учреждений высшего профессионального образования составит более 50 миллионов рублей. Следует отметить, что те грантовые конкурсы, которые организуются, это конкурсные мероприятия Федерального агентства по делам молодежи. Здесь наше участие заключается в том, чтобы мы повысили уровень конкурентоспособности представителей молодежи Карачаево-Черкесской Республики. Как показывает практика, данная цель достигается, задачи исполняются. Возможность доработать свои идеи в акселераторе помимо студентов вузов и СУЗов получили также и школьники. Спектр вопросов, заботящих молодежь, весьма разнообразен, что в свою очередь подтверждает уровень высокой социальной ответственности современной молодежи. С удовлетворением отмечают организаторы. Это направление по тематикам, оно меняется из года в год. Если, например, в 2019 году больше было проектов, связанных с патриотизмом, то в прошлом году и в этом году мы замечаем, наверное, больше уклон в сторону социальной активности среди молодежи. Многие из ребят, получившие первичную обратную связь, удостоверились в том, что они движутся в нужном направлении. Ну а заботят молодежь вопросы финансовой грамотности, сохранения языка и культуры, а также взаимовежливое поведение водителей на дороге. Я вижу проблему, я знаю то, что можно решить эту проблему, или как, по крайней мере, попытаться решить эту проблему через социальное проектирование. И именно поэтому я думаю написать проект на эту тему, повысить культуру вождения у нас в городе Черкесска, обучить новоспеченных водителей, которые только получили права или еще не получили этой самой культуре вождения. Вот. И все это благодаря акселератору, который проходит сейчас в Министерство по делам молодежи. Акселератор молодежных проектов направлен на организацию образовательных мероприятий в формате интенсива, чтобы ребята смогли подготовить конкурентоспособные и социально значимые инициативы. Ахмат Халкечев, Анастасия Лой, Вести Карачаево-Черкесия. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите «Вести» на абазинском языке. Затем также программы «Абазинская редакция» в 14:30 «Вести Карачаево-Черкесия» с Аллой Динаевой. Всем хорошего дня и встретимся завтра.